В грандиозном воздушном шоу сегодня откроется заключительный этап одного из самых зрелищных конкурсов армейских международных игр – «Авиадартс». Соревнования проходят под Рязанием. В воздушных дуэлях участвуют десятки новейших истребителей, бомбардировщиков и вертолетов. Их экипажам также предстоит выполнить учебные пуски ракет по наземным целям и отработать сброс тяжелых грузов на точность. Еще один элемент – фигуры высшего пилотажа. Их будут выполнять как в одиночку, так и в составе группы. В «Авиадартс» в этом году участвуют военные из четырех стран – России, Китая, Казахстана и Белоруссии.